Летний детский досуг. Он может быть разным. Чаще всего проходит на свежем воздухе, но когда погода не балует, самое время отправиться в уютный зал и насладиться кинопросмотром. В период школьных каникул в кинотеатре «Искра» традиционно организуют детские сеансы. Многие дети, которые не поехали, допустим, в лагеря или в отпуск с родителями, остаются одни дома, и они приходят все-таки и с детьми, они общаются, смотрят мультфильмы, развлекаются, они бегают без дела по улице. Сегодня дети смотрели мультфильм «Балерина». Главная героиня, воспитанница детского дома, постоянно танцует и мечтает о большой сцене. Однажды вместе с другом она решается на побег и попадает в Париж, где у них начинаются разные приключения. Мультфильм поучительный, а именно такие сейчас нравятся школьникам. Мне нравятся поучительные мультики, потому что в них можно много чему научиться. Например, там, как правильно не ссориться или поделить что-нибудь, починить и так далее. Многие на киносеансы приходят группами. Сегодня в кинотеатре было 2 летних школьных лагеря. Ребятам нравится, что просмотр любимых мультфильмов они могут разделить с друзьями. Очень интересно смотреть эти все мультфильмы и фильмы. Но самое главное, что мы все вместе тут находимся. И у всех есть свои впечатления, мысли насчет этого. Сотрудники кинотеатра «Искра» постарались создать для гостей максимально комфортные условия. Показы проходят в большом зале. Стоимость значительно ниже, чем на обычные сеансы. Всего 60 рублей. А что самое главное, здесь царит теплая, доброжелательная атмосфера. Прекрасно, очень уютная камерная обстановка. Мне нравится. Детские сеансы в кинотеатре «Искра» проходят каждый вторник и четверг в 11 утра. В следующий раз здесь покажут мультфильм «Трио в перьях». Следите за афишей. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.